рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре прошлого года между региональным правительством и мэрией города Москвы, началась подготовка к большому юбилею. По итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении большого концерта московскими артистами в Национальном театре Тувы. Основная цель, конечно, значит, межрегиональные взаимодействия, да, самое главное, обменные гастроли, обменные концерты, обменные выставки. Вот и это, я думаю, приспособить для нашего населения тоже будет очень интересно. Московская делегация уже прибыла в наш регион, чтобы порадовать тувинского зрителя своими выступлениями. Для них это первый визит в республику. Предполагается, что этот концерт положит начало дальнейшему долгосрочному сотрудничеству с Москонцертом. Приехав в республику, мы увидели, на каком высоком уровне у вас внимание уделяется вашим культурным ценностям. Мы вчера посмотрели выступления артистов и были под большим впечатлением. После просмотра концерта наших звезд гости отметили схожесть некоторых тувинских фольклорных музыкальных инструментов с русскими национальными. Но нам вчера посчастливилось услышать ваш оркестр, потрясающий национальный. Они нас так вдохновили, и танцоры, и музыканты. И я заметила, что в вашем оркестре сидит, можно сказать, собрат нашего инструмента, который я представляю. Я играю на гуслях звончатых, это символ русской культуры. Мне кажется, было бы интересно, если бы у нас возник такой контакт обмена, да, какими-то, может быть, профессиональными моментами, да, может быть, даже что-то сыграть вместе. На встрече московских артистов с министром культуры Тувы был разработан примерный план взаимодействия. Одной из идей стали не только выступления артистов на сцене республики, но и проведение мастер-классов для студентов музыкальных училищ по игре на национальных русских инструментах. Это могут быть мастер-классы, когда, ну, может быть, для подготовленной аудитории, для студентов и преподавателей училищ музыкальных и музыкальных школ, провести такой, даже, может быть, курс встреч по знакомству с, вот, с какими-то аспектами нашей национальной культуры. Под приятным впечатлением артисты Москонцерта остались не только от нашей культуры и артистов, но и в целом от республики. По их словам, музыкальная труппа будет рада на регулярной основе приезжать в наши просторы. Ой, вы знаете, во-первых, очень хорошие люди, очень добрые, очень гостеприимные. Вот знаете, какая-то доброта присутствует. Это сразу бросается в глаза. Так что такой вот теплый край. Так что очень рады, что мы все-таки с вами сегодня здесь. Для нас это большая честь. Для нас это открытие. Вот я вам честно скажу, потому что я музыкант с большим опытом. И вчера я то, что услышала ваше горловое пение, это, конечно... Это очень здорово. Соглашение подразумевает не только приезд столичных артистов к нам на сцену, но и выступление наших земляков для московского зрителя. Первым шагом к сотрудничеству стало приглашение артистов Тувы на фестиваль «Дни народной культуры» в Москве. Арлана Байдубу, Ян Мунгуш, Дуржу Сад, телеканал Тува-24.